Уведомления о наличии штрафов будут рассылать казахстанцам на мобильные телефоны, а в суды казахстанцев теперь будут приглашать с помощью СМС. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Аскар Жумагалиев. Он отметил, что мобильное правительство приблизит госуслуги к населению в силу того, что в казахстанских городах очень сложно встретить людей без мобильного телефона. Сегодня населению предоставляется уже 13 услуг. Еще 50 услуг будет сформировано до конца 2014 года и к 2020 году 40% электронных услуг и сервиса будет предоставляться именно через мобильное правительство. Также Жумагалиев отметил, что у казахстанских чиновников появится мобильное рабочее место. В настоящее время услугами мобильного правительства пользуются 350 чиновников, которые могут подписывать документы со своего планшета вне офиса. В этой системе имеется возможность согласовывать нормативно-правовые документы, в том числе и постановления. Будет позволять подписывать письма, пользуясь планшетом, не находясь в своем конкретно рабочем месте, а, предположим, находясь где-то там на пути к парламенту, на пути к правительству, государственный служащий, руководитель сможет подписывать документы.